Хомяки бывают очень разными. Длина их тела варьируется от 5 до 34 сантиметров. Однако любого представителя этого вида легко узнать по хорошо развитым защечным мешкам. Хомяки хорошо плавают, набирая в защечные мешки воздух и используя их как поплавки. Хомяки предпочитают в одиночестве жить в своих сложных норах с множеством ходов и переходов. Обыкновенный хомяк может запасать до 90 кг корма. Так же поступают и белки. Они запасают больше, чем в итоге съедают за зиму. У хомяков плохое зрение. Они не различают цвета, зато обладают прекрасным обонянием и слухом. Хомяки помечают свой путь при помощи специальных пахучих желез. Почти все домашние золотые хомяки произошли от одной самки, которая в 30-м году родила 12 детенышей. Хомяки довольно сообразительны. Они запоминают свою кличку, помнят родственников и могут научиться нескольким трюкам. Хомяк может за ночь преодолеть до 10 километров в своем колесе. Точнее, мог бы, если бы колесо катилось по ровной поверхности. Задавайте свои вопросы в комментариях и до скорой встречи на канале Хвост Ньюс. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.